Нардеп от Одессы Артем Дмитрук вновь посетил сессию горсовета Дани Сама с группой поддержки в лице еще троих парламентариев. На этот раз темой критики в адрес мэра Дмитрук выбрал тему установления границ парка Юбилейный, который, по сути, представляет склоны возле трассы здоровья. Конкретно народного депутата возмутило то, что на сайте города было сообщение о соответствующей инициативе мэра, хотя данную заслугу Дмитрук записывает в свой актив. Городской голова в ответ традиционно в карман за словом тоже не полез. Это именно по поручению того мэра, который 6 лет тормозил этот процесс для разбазаривания 15 гектар парковой земли побережья. 2 года назад публично соврал одесситам, что границы парка установлены. 3 месяца назад письменно утверждал мне, что границы парка установлены быть не могут до установления прибрежной полосы и разработки существующего детального плана территории. Научитесь, пожалуйста, вести себя культурно. Мы вас постепенно научим. Уже, видите, вы уже сегодня как поспокойнее. Научим вести. Научим вас правильно вести. Давайте в конструктиве. Не скакать, как горилла по столам, а в конструктиве приходить, садиться в кабинет, задавать питання міському голові и получать на них відповідь.